Приветствую вас всех на канале «Секреты от Алены». Меня зовут Алена. Сегодня 30 апреля, пятница. На улице пекло. 32 градуса. И как у нас это называют? Шараф. То есть горячий песочный ветер с пустыни, буквально обжигающий. Хочу вам сегодня показать, как цветет гранат. Вот это цветочки граната. Это наше гранатовое дерево. Обычно к сентябрю уже бывают плоды. С одного такого дерева мы в среднем собираем 30-35 гранатов. Вот сколько цветочков красненьких. Надеюсь, что и в этом году тоже нас порадует это деревце обильным урожаем гранатов. А еще я вам хочу показать наш ливанский кедр. Он тоже растет в нашем саду. Вот эти, похожие на сережки, только растут вверх. Это будущие иголочки. Будущие кедровые иголочки. А это наша сосна. И Саша сделал вот такой домик для птиц. А рядышком с сосной тутовник. Это тутовое дерево. А сейчас я вам покажу, как выросли у нас помидорчики и огурчики. Вот это цветочки помидорок. Вот так цветут помидоры. А вот так цветут огурчики. А также покажу вам, как цветет лаванда. Аромат просто потрясающий. Нежно-нежные сиреневые цветочки. Обычно мы эти веточки срезаем, именно те, которые цветут, и высушиваем. Затем я добавляю вот эти уже сушеные цветочки в выпечку.